Всем привет! Давайте уже сейчас вторую часть сделаем, полноценно с полями поиграем. Page Object, я думаю, объяснять больше не буду. Двух уроков достаточно. Продолжаем заниматься текстбоксами. Вот, мы написали на прошлом уроке с вами вот такой тест, который у нас проверяет, что кнопочка текстбокс не активна, потом мы кликаем по ней, она становится активна, то есть атрибут у нас имеет вот такой вот класс, включает в себя, точнее, актив. И после этого проверяем, что у нас открылась страничка, проверяем заголовок, который вот мы сохранили, да, зажимаем Ctrl и кликаем на него. Вот заголовок у нас вот такой содержит, full name такой-то, e-mail такой-то. Это у нас константы файлик. Так. Что нам нужно дальше? Давайте, знаете, что делаем? Давайте describe в describe сделаем. То есть вот внутри этого describe, да, я сделал describe work with elements. Мы сделаем еще один describe, или мы разобьем на разделы. Нет, мы сделаем describe. Describe. Тестовый набор, который будет у нас называться текст. Textbox. Открываем скобочку, равно, стрелочная функция, открываем, закрываем фигурные. Так, и внутри этого describe, мы внутрь этого describe перенесем вот эти иты наши. Там, то есть у нас describe, в нем внутри другой describe. Вот это будет выглядеть в конечном итоге вот так. Работа с элементами, допустим, в нем внутри другой раздел, текстбокс. Потом здесь еще один describe будет. Допустим, какой у нас там следующий? Чекбокс. И так вот все будут разделены на describe. А все это один большой describe, работа с элементами. Вот таким образом. И внутри describe уже будут наши тесты. Вот здесь мы навигацию сделали на демо. Секция текстбокс. Навигация. Должно открыться на страничке какие-то элементы. Дальше давайте еще один it сделаем. Так, это мы удаляем. И давайте enter. Так, enter full name in the field in the field full name, как она у нас с большой буквы, поле full name. Так, вводим. Чем мы будем вводить? Давайте мы создаем какую-нибудь константу, сейчас создадим full name. Ну, full name будет у меня, допустим, Аркадий Шумов, да? Аркадий Шумов. Аркадий Шумов. Я скопирую. Да? Сейчас я это сохраню, то, что мы будем вводить. Элемент константы. Да? Смотрите, здесь у нас блок лейблы, да? Текстбокс раздел. В текстбоксе лейблы. Но ставим мы запятую. И создадим другой объект, который, допустим, будет у нас называться person. То есть это персона, да, простыми словами. Персонаж. Вот, наш персонаж и будет иметь name. Двоеточие. Кавычки открыли. Аркадий Шумов. Что у него еще будет? E-mail. E-mail у нас будет
Сейчас мы придумаем его. Какое у нас поле еще есть? Current address. Current address. Так, здесь запятую ставим. Current address. Так, пробел убираем из маленькой буквы. Current address. Двоеточие. Кавычки открыли. Так, что у нас еще есть? Давайте заполнять. Заполним все. Все заполним, все допишем. Сейчас этот тест мы быстренько сделаем. Перманент адрес. Так, запятая. Перманент адрес. Двоеточие. Кавычки. Тут пробел убрали. С маленькой буквы. Вот так. Поняли, да, как мы храним константы? Вот таким образом. Раз, текстбокс у нас, константы, лейбл есть. Тут и таких вот, знаете, как по ступенечкам может быть сколько угодно. Ну, конечно, много не надо, чтобы самому не запутаться. Вот. Текстбокс, персона. Так, name, email. Ну, допустим, давайте придумаем email. Аркадий, собачка. gmail.com current address 4808 давайте вот так center street Tacoma Washington перманент адрес. Давайте какой-нибудь. Сто двадцать пять, 190, запятая. Город. Ой. А давайте по-русски напишем. Город. Москва. Не знаю, какая-нибудь. Набережная. Набережная. 5. Ага, все, надо улицу писать, да? Простите. Улица Набережная 5. Ну, давайте вот, вот так примерно сделаем. И когда мы вводим... А, ну давайте тест сделаем, заполним. Заполним. Для этого нам нужно найти наши элементы ввода. Input username у нас уже обнаружен. Давайте найдем остальные. Email. Email. Давайте. Email. Решетка. Ой. Стоял русский язык. Sorry. Решетка. Так. Ага. Все. Добавляем его в page. Команда D. Ctrl-V, user, email, user email, так, какой еще у нас, DD, да, еще два поля у нас будет, current address, опять же, видите, тут есть placeholder, тут нет placeholder, вот, я бы ко всем placeholder добавил тесты. Вот. Это у нас элемент text area. ID current address. Мы можем обращаться к элементу по placeholder. Но placeholder может отъехать, я вам честно говорю, по своему опыту. Может placeholder как раз отъехать. Лучше по нему не искать, лучше его проверять, есть ли он на странице или нет. Давайте. Также по ID-шнику
Раз так легко все получается. Ну, с поиском. У нас же нет сейчас задачи по поиску каких-то сложных элементов, там массивы вот эти все использовать. Нам главное сейчас проработать то, что мы делаем. Вот, текстерия. Ctrl-V. Решеточку добавить Ctrl-V. Текстерия. Можно оставить название input. Можем сделать текст area. В идеале, конечно же, текст area. Где у нас? Story. Текст area. Current. Адрес. Адрес. Current адрес. А здесь переименовать его. Какой у нас там адрес? Перманент. Перманент адрес. Перманент адрес. Так, и айтишник у него в этой эре. Перманент адрес. Перманент адрес. Да. Ctrl-C. И сюда его Ctrl-V. Так, нашли поля. Дальше еще мы будем кликать по кнопочке. Поэтому еще одну строчку добавляем. Находим вот эту кнопочку Submit. Кстати, у нее можно и цвет, и текст проверить. Вот. ID Submit. Да, одна уникальная. Можете, если, допустим, не уникальная, то какой-нибудь класс добавить еще. Либо type, например, открыть квадратную скобку. И вот такой type, да? Type добавить. Вот. Видите? Ну, то есть это не ошибка. Ничего страшного, если чуть-чуть больше букв. Главное правильно обратиться к элементу, чтобы он нигде не задублировался и был уникальный вот этот как бы обращение к этому элементу. Вот, поэтому, если будет вот так чуть побольше текста, то ничего страшного, это тоже не ошибка. Так, это у нас btn. Submit. BTN Submit. Вот. Давайте в спек перейдем в наш. Напишем тест. Вот. Enter full name. Берем await. Element page. Куда нам надо внести? Так. Input username. Да? И вот такую штуку мы делаем. Set value. И value мы можем либо поставить кавычки и вписать вручную Аркадий Шумов, да, но мы же переменную создали, да? Давайте к ней обратимся. Элемент constant. Точка. Текстбокс, точка. Видите, уже labels и person. Персону проваливаемся. И name. Имя персоны вводим. Потом Ctrl-D. Нам нужно элемент input. Так, input. Email. И мы вводим сюда email. Дальше. Ctrl-D. Нам нужна текст area текущий адрес,
current address. И здесь мы выбираем переменную current address. Ctrl-D. Здесь нужна text area permanent address. Здесь, ой, точнее переменная. Здесь мы как метод у класса вызываем. А здесь именно переменная у нас permanent address. Вот так. Таким образом, в своем проекте, во-первых, у вас тесты выглядят, помимо того, что они все разбиты очень удобно по разделам, у них, у каждого теста есть свое название, понятное для вас и для вашего руководителя, допустим. И помимо этого всего, еще и то, каким элементом вы обращаетесь, то есть у вас не вот эти вот ID, там квадратные скобки, какие-то решетки, как вы к элементу обращаетесь, а вы четко видите, что это элемент page, то есть это страница элементов, textbox секция, да? В секции textbox у меня там, допустим, и команду, которую я делаю, to have, допустим, имеется, да, атрибут, имеется атрибут. Какой атрибут? Класс, в котором containing содержится текст актив. Ну, точнее, здесь противоположное, так как not стоит. Вот. И вот все тесты у вас. Тут мы что делаем? Ага. Enter full name, да? Давайте, можно разбить на отдельные тесты. Enter full name, один тест сделать. Потом другой it. Там еще можно data. Вот так, давайте мы его переименуем. Enter data person. Enter data person, да? То есть мы вводим дату, информацию, то есть данные персоны. Вот. И тут сразу понятно, что мы делаем. Input username, input email, text area, адрес, text area, другой адрес. Офигенно, офигенно. Все читабельно, понятно. Вот. После того, как мы ввели, сделали какие-то действия на странице, я, допустим, давайте вынесу в отдельный тест. Да? Я просто копирую таким способом, не обращайте внимания, чтобы не переписывать вот это. И там скобочки все вот эти. Вот, сразу заготовочку делаю. Так. Делаем тест. Клик. Клик. Submit. Button. Клик submit button. Все. И мы находим также элемент page. Точка. BTN. Допустим, у нас тут 50, там, не знаю, элементов, да, каких-то сохранено. И там из них 5 кнопок, да. BTN. И у нас все BTN здесь подсветятся. Submit. Точка. Клик. Вот, давайте посмотрим, запустим тест, посмотрим, что происходит. Я поставлю паузу. Await browser. Точка. Пауза. Пауза. 5 секунд. 5000 миллисекунд. Вот. Ставим. Запускаем тест. Смотрим. Видите, все заполнилось. Помимо того, что после нажатия кнопки, видели, что произошло? Смотрите, я вам покажу сейчас. Ну, во-первых, тесты прошли успешно, да? Видите, как здесь describe, внутри него describe, и внутри describe тесты. То есть, как бы большой раздел, в нем подраздел, в котором вот проходят такие тесты. Довольно удобно. Смотрите, что произошло. Ну, я просто введу, да, там, текст любой. Да? Вот. Да, долго открыта страничка. Ага. А, здесь еще... О, смотрите. Тут можно дополнительный тест сделать. Тут есть валидация. Здесь еще все подряд ты не введешь. Тут обязательно есть символы. Собачка. Смотрите, это ж классно. Это ж классно, вот такие тесты делать.
Видите, не проходит. После собачки текст не проходит. Блин, я уже еще несколько тестов дополнительных придумал. Точка не проходит. Точка после точки какой-то символ не проходит. Точка ком не проходит. Почему? Чего он у нас хочет? Давайте тогда здесь Gmail напишем. А, да, я мимо кнопки, видимо, нажал. Ну вот, смотрите, у нас появилась новая area, да? Новая. Но это, скорее всего, не текст area, это input. А, это просто параграф. Это просто появился div, вот этот вот, у которого параграфа. Естественно, с айдишниками. А вот. И эти параграфы содержат текст. Вот смотрите, у него текст name. И второй текст. Аркадий Шумов. E-mail. Вот такой. Здесь вот такой текст. Круто. И после этой кнопочки, после нажатия, мы должны сделать экспекты на вот этот текст. Сейчас мы это с вами сделаем. Сколько времени у нас? 20 минут прошло. Ну, как раз тестик сделаем сейчас. Вот, я единственное паузу поставлю. Сейчас включу зарядку. Так, продолжаем. Значит, мы находим. Либо мы можем. Давайте какое-нибудь поле пустым оставим и посмотрим. Так, так, так. И последнее пустым оставим. E-mail. Мы сделаем собачка. Что-нибудь, что-нибудь. Да, вот. Смотрите, если мы ввели не все поля, заполнили, у нас только три элемента. Этот тест подобный у меня есть на моем проекте такие же штуки, и это мы будем разбирать с ребятами в закрытом видео. Прошу прощения, но это будет сделан урок для ребят, которые работают в моей компании. Следующий урок это будет, он будет с конкретным примером, и я буду делать это на своем проекте, либо покажу уже выполненные тесты. Вот с такими списками, которые динамические. То есть он может быть два варианта здесь, может быть 10 вариантов, может быть 15. И в зависимости от того, сколько здесь вариантов, мы считаем эти варианты, сколько их, и в определенном порядке, что там сверху идет имя, e-mail, current адрес, допустим. Либо может быть, допустим, в другом порядке. Но мы смотрим, что если здесь current адрес, то мы здесь проверяем, та самая наша переменная должна быть информация. Ну, давайте сделаем здесь вот как есть полный текст. Вот. Что нам нужно сделать? Нам нужно найти все вот эти параграфы. Вот. Таким образом, давайте введем еще что-нибудь. Сработало? Да, сработало. Вот, значит, находим div у нас ID output. Так, Ctrl-F. Так, Ctrl-V. Output 1. И у него... Давайте массив сделаем. Не каждый вот этот вот. По айдишкам мы же уже понаходили, да? Вот, давайте представим, что здесь нет айдишек, и у всех класс одинаковый. Вот у меня на проекте как раз вот так все сделано.
все элементы практически вот такие. Вот есть P, и все. И у него класс MB1. И у всех класс у четырех одинаковый. Никакого ID-шника нету. Мы просто нажимаем P, и их у нас 4 штуки. Вот и все. Это просто массив. Внутри же у нас ничего нету. Внутри ничего нет параграфа, только текст. Смотрите, что мы делаем. Копируем. Открываем наш page object. Новую строчку делаем. Сюда вставляем внутрь кавычек наш элемент. И так как это массив, нам надо поставить 2 доллара. То есть вот здесь 2 доллара. Таким образом, вот эта вот штука у нас будет массив. Давайте просто его назовем P. Так, P output. P output. Да, параграф output. Так. Заходим в наш спек и делаем еще один тест. После того, как мы кликнули, давайте паузу вот эту уберем. Сделаем новый it. У ита мы сделаем название should be should be давайте displayed should be displayed result should be displayed result, да? Ну, то есть на дисплее должен быть результат. Await. Воткнем сюда явное ожидание. Да, я, кстати, прошу прощения, явное, неявное. Я в прошлом видео просто перепутал название. Явное ожидание. Await browser. Точка. Wait. Wait until. Async функция кубочки равно оп, и нам нужно сюда условия await. Так, не, давайте пока вот в эти сложные условия мы не будем залетать. Давайте создадим еще один элемент page, который у нас давайте его просто назовем output. Это у нас не массив, и уберем параграф. Вот такой вот у нас элемент. То есть весь вот этот блок вывода, вот он имеет вот такой элемент на страничке. И мы здесь добавим просто такой вот тест. Элемент page output точка wait for displayed. То есть просто ожидание, когда он появится на дисплее. По умолчанию у нас задано 5 секунд. Да? Но мы можем сделать любое время. И если он не появился, мы можем вывести какое-то сообщение. Или наоборот, мы можем исчезновение этого, ну, таким способом проверить. То есть, если мне нужно, чтобы наоборот, я нажал кнопочку Submit, и у меня должно что-то исчезнуть, то тогда я наоборот вот этот элемент выбираю, который должен исчезнуть. И вот здесь, видите, подписано. То есть, в фигурных скобках мне нужно реверс сделать. То есть, вот так, в фигурных скобках. Реверс. Двоеточие. И мне надо прописать true. True. Вот таким образом мы будем исчезновение элемента проверять. Но нам нужно наоборот появление. Поэтому вот это убираем. Так,
Дожидаемся, когда блок появляется, и после этого await expect. Давайте сначала выведем в консоль, посмотрим просто текст, который у нас выводит. Давайте его в переменную сохраним. Допустим, let текст. Ну, просто я хочу посмотреть, просто переносы там есть или нет. Если есть переносы, то сейчас вам еще одну классную штуку покажу, как переносы, как нам текст с переносами работать с этим текстом. Await элемент page точка параграф output. Так как это массив в квадратных скобках, выбираем, какой из них. У нас их будет 4 от 0 до 3. Давайте первый нулевой выведем. То есть мы делаем команду getText. То есть у этого элемента мы получаем текст. И сохраняем его вот в эту переменную. Чё ты ругаешься? Declarate. Ну, окей. Так, сохраняем текст в переменную. И console.log. Вот такая команда. Console.log. И сюда мы выводим. Я вывожу обычно вот такой вот текст. Решеточки, чтобы было легко найти. Дальше. Текст. Текст равно. И здесь плюс текст. Да, ну, можно пробелы поставить для красоты. Ну, это не обязательно. Вот. Сейчас мы посмотрим, какой текст у нас сохранен вот в нулевом элементе. Помните, там был email, ой, точнее, username, двоеточие, и на следующей строке. Как-то у нас прописывалось, вот видите, name, и на следующей строке. Вот мы сейчас посмотрим, есть ли тут перенос или нет. Вот. Ну, по факту, вот здесь переноса нет. Здесь даже пробела нет. То есть, если этого нет, если сейчас выведет у нас вот в таком формате, соответственно, мы с вами сделаем определенную конструкцию, которая будет у нас собирать в едино вот такую вот строчку. Давайте, короче, запускать. Сейчас вы все увидите и все поймете. Так, смотрим терминал. Да. Да, он выводит просто в одну строчку все без пробелов, без переносов. Видите, name, двоеточие и имя. Все, таким образом мы знаем, что у нас здесь выводится. Поэтому вот эту конструкцию мы не делаем. Мы, смотрите, можем использовать вот так, получать текст и смотреть, какой там текст. Мы можем работать с этим текстом, получить его на странице, что-то с ним сделать, преобразовать, ввести куда-то в другое место. Ну, по ходу мы будем с этими элементами работать, с такими вещами. Но сейчас это лишняя строка, она не нужна. Мы просто дождались вот этот блок. И дальше делаем вот такое. Await. Expect. Убираем элемент наш. Элемент page. Параграф output. Нулевой. Точка. И мы сразу ставим, что он содержит текст. А текст какой он содержит? У нас текст состоит из нашей переменной, из вот name, да? И плюс еще здесь добавлено свое. Да? Name. Email. И нам просто можно вот так вот скопировать. Name.
в кавычках. Смотрите, есть два способа. Либо мы в кавычках пишем name, за кавычками мы ставим плюс и добавляем нашу переменную. Где она у нас? Вот. Name. Вот это вот. Вот таким образом. И так у нас просто как бы мы скрепляем плюсом строку. Вот здесь у нас всегда будет наша переменная. Какая бы она там у нас ни была, мы можем ее менять в нашем файлике. Видите, мы ее здесь использовали один раз и здесь уже два раза. Да? И если мы ее хотим изменить, нам не надо менять здесь, здесь, где-нибудь еще в тесте. Да? Мы просто вот здесь в одном месте поменяем. А в наших тестах будет применяться везде то, что мы сюда сохранили, вот в этот name. Вот это очень удобно. Как раз яркий такой пример, для чего мы это делаем. Вот. Ну, когда потом будут тысячи строк в тесте, это, поверьте, это будет необходимостью просто. А, дальше. Делаем Ctrl-D, D, D. 4 раза, да, у нас. Первое, второе и третье P, да? Первый элемент, второй, третий, четвертый. То есть они у нас с нуля начинаются. Дальше у нас name, потом у нас идет email, третий у нас. А вот current адрес. Обратите внимание, у него есть пробел. Мы сейчас посмотрим, у кого пробел. Да, current адрес, пробел, двоеточие. Поняли, да? Вот тест может упасть, кстати. Не может, а он точно упал бы из-за этого пробела. То есть вот здесь пробел между двоеточием. Следующее тоже с пробелом у нас идет. Ой. Перенос скопировался. Сори. Возможно, там перенос у нас есть. Ну ладно, сейчас мы посмотрим. Сейчас тест запустим, и все станет понятно. Так, здесь у нас name, email, следующее, Ctrl-C, Ctrl-V, Ctrl-C, Ctrl-V. То есть здесь мы ввели в поля эти переменные, кликнули, дождались появления блока. И проверили вот эти вот параграфы в нашем блоке. Ну вот, собственно, такой в виде текста получается наш тест. Вот я почему говорил, что Cucumber, ну, мне не особо нужен, потому что мне не нужно создавать отдельно функции в виде теста, которые там я пишу, что я вижу элемент такой-то на странице, там вот, какие-то вот эти вещи создавать. Вот, мне удобнее читать вот в таком формате. Я точно вижу, с какой страницы этот элемент, что это за элемент, input или это кнопка или еще что-то, и что я с ней делаю с этой кнопкой. Вот, в таком формате мне работать прям в кайф. Давайте запускаем и смотрим. Сейчас запустим раз, если успешно пройдет, уберем вот эти пробелы и запустим еще раз. Чтобы тест упал, посмотреть нужно. Смотрите, в некоторых браузерах необходимо... А, видите, тест успешно прошел. В некоторых браузерах необходимо делать скролл до элементов, которые не видно. Ну, то есть, допустим, вот так, да, там... На странице не видно, да? Здесь видно. Вот так бывает. Там закрыто снизу. Вот. И необходимо проскролить до этого элемента. У WebDriver EU тоже есть такой метод, который выполняет вот этот вот скролл. Да.
Так, допустим, давайте попробуем, если я его вспомню, как он пишется. Await, элемент page, вот этот, который появился, output, scroll interview, вот он, да, scroll interview. То есть иногда нужно в скриншотных тестах, мы будем с вами до этого доходить, когда конкретно отдельные элементы скринить, вот там имитирует как раз взгляд пользователя. И если элемент где-то до него надо скроллить, но ты делаешь скриншот, скриншот пустой, чернота. Обязательно нужно скроллить. Ну, дойдем с вами до этого. Вот, давайте проскроллим и посмотрим, как это видно. После скролла давайте я поставлю паузу, чтобы было видно, что мы как бы прокрутило, чтобы не так быстро браузер у нас делал все. Давайте. Await браузер. Точка. Пауза. 2 секунды я поставлю. 2 секунды. И все, он прокрутит. Мы посмотрим 2 секунды. И потом проверка и тест завершается. Запускаем. Сейчас заполняет, нажимает Submit, скроллит, видите? И все. Тест успешно прошел. Всем пока.